Владислав и Ирина Котовы знакомы уже 12 лет. Общались, дружили и только много лет спустя поняли, что любят друг друга. Поженились 2 сентября 2023 года. А сегодня выполнили почетную миссию. Доставили всероссийский семейный очаг из Кемерово в Барнаул. Конечно, мы были очень удивлены, очень рады. И мы не понимали, почему мы ничем не отличаемся от обычной семьи, которая проживает в Алтайском крае, в городе Барнауле. Но мы очень счастливы, очень благодарны правительству Алтайского края. Это для нас очень большое событие, о котором мы будем рассказывать нашему поколению, которое войдет в историю нашей семьи. Сердце России зажгли в Москве на международной выставке-форуме. Туда огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, родины святых Петра и Февронии, в честь которых отмечают День семьи, любви и верности. Частичку очага доставили во все регионы, в том числе в Алтайский край. Огонь будет храниться в Барнауле. Это здание 19 века постройки, бывший дом купца Малькова. С 1984 года в нем располагается дворец бракосочетания. За 40 лет здесь создали более 170 тысяч семей. Это традиция, которая сегодня у нас появилась, и надеюсь, что она будет нами продолжена на территории всего Алтайского края. Мы планируем эстафету семейного очага передать в другие города и муниципальные районы. Эта традиция будет жить, будет являться символом тепла и крепости ее. Частичку всероссийского семейного очага я тоже решила взять себе и отвезти к себе домой. Ну, конечно, передать коллегам в редакцию телеканала, потому что Катунь-24 — это тоже большая семья. Елена Самарина, Антон Еноткин, Денис Кузьменко. Новости.